это тренировка интимных мышц. Сейчас все будут заниматься. Девочки, кто подготовлены, они уже свои шарики будут. В интимную зону готовят грузики. Кто первый раз будет без всего наши упражнения магические. Качать энергию. Все увидите, где ваша магия находится. Сегодня я буду в мастер-класс. Что девочки, которые еще никогда не тренировали мышцы, и в это не верят, или не понимают, или хотят попробовать. У вас есть уникальная возможность позаниматься с мастером, с Татьяной Кожевниковой, основоположницей интим-фитнеса, интимной гимнастикой во всем мире. 28 лет я тренирую мышцы женщинам, 28 лет я разрабатываю методики, 28 лет я поняла, что там находится вся энергия женщин, там ваше счастье, радость, эмоции, здоровье, отношения с мужчиной. И сегодня мы с вами будем учиться, погружаться в эти сакральные знания, которые знает только Татьяна Кожевникова. Так как я единственная в мире грамотно работаю с маткой и с этим центром. Всех ждем. Приятная вам музыка, настраиваемся. Магию женскую. Настраиваемся. Как настроение? К разврату готовы? Дать, будем погружаться сразу в практику. Меньше говорить, больше делать. Как дела, мои хорошие? Готовы к занятиям? Отпустили свои проблемы здесь? Отдались чувствам? Всех ждем. Привет. Всех рада видеть. Настройтесь на работу, раскройте сердце. Тазовое дно расслабьте. На себя, кому-то куда-то бежать, но я не могу подстроиться только под вас, пожалуйста, надеюсь на понимание, все-таки эфир веду я, и я буду вести так, как я настроилась, да, чтобы вы меня не дергали, куда вам там бежать, не бежать. Посмотрите потом в записи, прямой эфирчик. Всех мы ждем, значит, у нас сегодня с вами по графику, интимная гимнастика, мы будем тренировать
интимные мышцы. И поэтому, девчата, кто-то будет с тренажерами, они у нас уже подготовленные девочки, да? Мы вводим специальные шарики, вот такой и такой. Выбираем сегодня любой, какой вам к душе. Одеваем, естественно, насадку для УЗИ, для гигиены. И девочки наши готовят вот такие шарики. Можно не шарики подвешивать, любой грузик. Девочки берут от 100 граммов до 200. Ну, подготовленные девчата уже, которые занимаются давно, они по 500 и по 600 граммов. Даже есть мои ученики, которые большие веса поднимают. Ну, естественно, для здоровья это совершенно не нужно. Мы к вам не ставим рекорды. Мы делаем сегодня практики на оздоровление ваши гениталии, для того, чтобы наполниться энергией, снять ваши сексуальные блоки и передать эту магические ощущения вашим близким, что сегодня я буду передавать, и чтобы вы осознали, как важно женщине нижний центр, чтобы был горячий, наполненный. И вот сегодня я бы хотела, чтобы все девочки, которые присоединятся, погрузились и ощущали, они все будут ощущать это, осознали, как это важно. И у кого идет агрессия, непринятие, смех. Смех это мало, девчата. У всех у вас миомы, фибромы, половина, точнее не у всех. Спаечные процессы, истощение яичников, проблемы с щитовидкой, у кого-то циститы, у кого-то бесплодие, у кого-то еще что-то, ну, заболеваний у женщины достаточно, у кого-то, слава богу, ничего нет, я за вас рада. Так вот, как раз гимнастика позволяет женщине в этом сделать себя здоровой, счастливой и наполненной. И, естественно, следующий у вас бонус. Шарики у меня на сайте есть, intimfitness.ru, в разделе «Магазин». И бонус, конечно, что вот эта энергия сладостная, которая дает вам всегда гармонию, радость, вокруг идет движуха, я уже говорила, деньги идут, даже долги, девчонки, говорят, сразу отдают, с мужчиной гармонии в сексе, в личных отношениях. Если одного яичника нет, второй работает, заниматься можно и нужно. Если все органы удалены, и матка, и яичники, заниматься можно и нужно. Фантомная энергия работает, и всю память у вас там есть. Если у вас яичники все удалены, то берут нагрузку надпочечники. Эти железы отвечают за яичники. Вот такая феноменальная штука женского здоровья, да? И сейчас, повторюсь, мы с вами начнем заниматься. Девочки, которые подготовлены, они вводят внутрь шарик себе вагинальный. Девочки, которые первый раз, они будут заниматься без грузиков, да? Мы для вас, на самом деле, сегодня делаем мастер-класс, потому что девчонки у меня все продвинутые, и они сегодня как группа поддержки будут с вами заниматься. А мы мастер-класс даем для новеньких, да? Ну, а моим умницы, разумницы, которые давно занимаются, они могут потом писать тоже ощущения, давать вам советы, потому что иногда я в практике не отвечаю, мои девчонки могут помочь вам и ответить на некоторые вопросы по занятиям, по ощущениям, мои умницы и разумницы. Ну что, девчата торопят меня, будем заниматься, готовы, как я балдею, к разврату, да, к занятиям, или не готовы? Мы начнем с дыхательных практик и постепенно будем погружаться в тренировочный процесс. Ну, естественно, я тоже подвешу грузик небольшой и буду вам показывать наглядно, как проходят наши занятия и как это все гармонично, никакой пошлости нет, все культурно, приятно, изящно, эротично и, главное, полезно. Ага, спасибо, здравствуйте. И когда, повторюсь, женщины иногда в недоумении, это от незнания, естественно, понятно, от непринятия своих гениталий, то, что у вас здесь все броня железная стоит, да, вот, а мы их должны полюбить. Это такие же мышцы, как мышцы тела, просто они только интимные. Они также требуют ухода, их надо любить, ценить и за ними ухаживать. Не только гигиена ежедневная, а еще гигиена, чтобы там мышцы были сильные, упругие, эластичные. И тогда вы будете себя чувствовать великолепно на уровне энергетики, на уровне эмоций, потому что здесь заблокировано, женщина всегда находится в раздражении. Разблокируем с вами тазовое дно, у вас будет радость и приятное самочувствие.
Согласны? Начинаем заниматься, мои хорошие. Еще одну минуточку, две напишите «да», «нет», и мы в процесс. Мои умницы и разумницы. Улыбаемся. Это, наверное, у нас мужчины улыбаются. Ну, понятно. И самое интересное, больше всего, всегда обсуждают эту тему мужчины. Не чтобы мужчины наоборот говорили: девчонки, занимайтесь, вы не испытываете оргазм, у вас там все холодно, там непонятно что. Они агрессируют. И я вам скажу, почему это происходит, девчат, почему мужчины агрессируют? Потому что они чувствуют, что они имеют над вами превосходство, что вы холодные, обесточенные, нет оргазмов, в сексе где-то вы многие что-то не умеете. И здесь их большие преимущества, они здесь манипулируют вами, они боятся, что вы будете очень сексуальная, что вокруг будет очень много поклонников. И это их низкая самооценка, и поэтому они иногда так агрессируют. Мужчина успешный или пока еще до конца не понимающий, но принимающий, он увидит, что вы будете для него единственное неповторимое, что будет у вас гармония и любовь, и что это важно для вашего женского здоровья. Вот это называется очень умный, интеллектуально развитый мужчина, и главное, уверенный в себе. Вот. Поэтому мужчины, которые агрессируют сегодня, вы агрессируете только потому, что у вас слабое звено вашего энергетического наполнения и финансового, в том числе, успеха. Крутые мужики так себя не ведут. Надеюсь, сегодня мужчины с нами погрузятся и будут наслаждаться процессом и скажут все своим женщинам, чтобы они занимались для своего женского здоровья. Ну что, я в процесс? Такое у меня начало активное сегодня. Такая я сегодня немножко взбодрила себя, да? Но сейчас буду работать, конечно, тихо и мягко. Буду тихо и мягко работать, как должен работать мастер. Но иногда ругаюсь. На вас. Руки на живот. Все встали, ноги на уровне плеч. От пупка на 2-3 сантиметра кладем левую, сверху правую. Обязательно сначала левую, девочки, сверху правую. Ну вот, видите, девушка говорит, что мужу зарплату повысили, а дали долг, кто у меня занимается. Вот читайте, девочки, мои группа поддержки вам пишут. Все, в процесс уходим, левая вниз, правая сверху. Дышим, коленочки слегка согните. Делаем медленный вдох, мягкий выдох. Идем в процесс, ничего не анализируем, все следим за ощущениями, которые я передаю, пожалуйста. Тогда я вас быстро всех наполню. Вдох, живот вперед, сердце раскрываем. Мягкий выдох, плечи вниз, погрузились вниз, нижний центр. Вдох. Вниз. Раскрыли, мягкий выдох, и сели, вдох, мягкий выдох, дыхание очень мягкое, длинное, текучее, и мягкий выдох. Умницы, все внимание внизу, вдох, живот направили вперед. Раскрылись, выдох, дыхание направили в себя, глубину, глубину в себя, руки прижали, вдох, руки отпускаем, живот вперед, раскрываем макушку, выдох, центр точнее, выдох, вдох, выдох. Отпустили. Умницы. Все внимание на сердечном центре. Руки вы на животе, я показываю траекторию движения, девочки. Вдох, грудь поднимаем, раскрываем грудную клетку. Мышцы активно слегка подтянули. Дыхание вниз. Вдох. Мышцы активно подтянули. Выдох. Мышцы.
сердце вдох, мягкий выдох. Умница, девчата, сейчас разогреваем интимные мышцы с вами. Подтянули область промежности, входа во влагалище, подтягиваем мышцы внутренние. Как всегда, область ануса сфинктера в себя, чтобы матка максимально заработала, пошла энергия, подтянули. Промежность вход, анус тянем немножко в себя, только не сжимаем, а тянем. И тогда у вас четко связки включится в процесс, сокращение, напряжение. Расслабляем очень плавно, медленно гениталии, эту область, промежность, животик, плечи вниз. Тепло, подышали. Подтянули мышцы. Ну, вас пугает от безграмотности. Подтянули. Конечно, вас все пугает. Расслабляем. Нижний центр же заблокирован, всех пугает, все понятно. Расслабляем. Нормальная ситуация, так что можете идти отсюда, дорастите и придете к нам. Промежность вход подтянули, анус в себя, легкое напряжение внизу живота. Чья-то медленно тянем, прям раз, два. Коленочки согнуты. Медленно отпускаем интимные мышцы. Все, я молчу, в себя, плечи вниз. Подышали. Девчонки отвечают, я буду молчать. Спасибо. Подтянули промежность вход. Анус в себя, промежность вход. Девчонки, видишь, на свои гениталии наплевали. А какие тогда не женщины. Подышали. Тепло пошло, молодцы. Промежность вход подтянули. Анус себя, промежность вход, напряжение. Девчата, ему прям расслабляйте мышцы, прям тепло в себя, чтобы мы разогрели, там тепло было. Подышали. И еще разочек. И расслабили мышцы. И почувствовали внизу живота тепло, в области промежности тепло. В таком состоянии женщина чувствует, уже снимается напряжение, наступает умиротворение, радость, эмоциональный ряд уравновешивается. Снова от сердца делаем вдох и медленный выдох, выдох, плечи вниз, чтобы полностью снять эмоциональное напряжение, вдох и мягкий выдох. Спокойное дыхание. Умница. Сейчас, пожалуйста, все активно подтянули область промежности вход, мягко расслабили. И расслабление тепло в себя, да? Чтобы гормональная система заработала, выдох для щитовидки расслабления. Подтянули мышцы активно. Расслабили. Замедлите дыхание, пожалуйста, замедлите длинный вдох от живота и медленный выдох. Можно руки опустить. Вдох медленный. И еще раз. Отлично. Ну и сейчас, девочки, кто без грузиков, значит, будете делать то же самое. Все те же исходные положения, что будем делать мы с девочками, только без шариков. Мы, естественно, подвешиваем грузики, чтобы вам наглядно показать тренировочный процесс, что без грузов не подтягиваются ни связки, ни мышцы влагалища, соответственно, матка не наполняется, как физическо-энергетическая мышца, и оргазмичность ваша не повышается, потому что там чувствительность слабенькая очень, от неэластичности тазового дна и связок, и от, естественно, слабости мышц, и после родов, и вообще, в принципе, у многих женщин.
практика показывает. Смотрите, в каком положении мы с вами. Шарики, девчата, знают, как подвешивать на какую длину середина бедра. Можно чуть выше, чтобы нагрузочка была поменьше на внутренние органы. Исходное положение. Руки на бедра. Ноги на уровне плеч. Девчата, вот так эротично не прогибаемся. Немножко подобрали таз в себя слегка. Спина округлая всегда. Если вы прогибаетесь, то, соответственно, вы блокируете пояснично-крестцовый отдел и связки внутренние, да, чтобы решить подъем, особенно при опущении матки, надо округлить спину. Тогда связки начинают работать, матка начинает подтягиваться и вставать в исходное положение, какое нужно. Так, таз в себя. Опускаем грузик, пожалуйста. Умнички, девчата. Спинка округлая, грузик не качаем. На выдохе расслабили мышцы, плечи. На вдохе мы начинаем очень медленно прям ощущать движения микроскопические, да, мы не сжимаем мышцы, потому что тогда результатов нет. Мы медленно тянем область промежности. Мы тянем вход во влагалище. И мы анус, да, тянем немножко в себя, чтобы максимально подключить связочный аппарат вагинальных мышц, и матка начинает подниматься вверх, особенно у кого опущение, повторюсь, входом во влагалище дотянуть до полного сокращения. Движение делаем очень медленно. Выдох, расслабление, расслабление поясницы идет. Одновременно у вас интимная зона расслабляется, плечи мягкие, чтобы щитовидку наполнить энергией, да, гормональная система включилась. На вдохе мы подтягиваем. Смотрите, какое у меня положение корпуса. Спина, видите, округлая, я не прогибаюсь. И на расслаблении у меня тоже округлая спина, локти мягкие. Немножко я бедра развожу, чтобы лучше расслабление шло. Да пускай они пишут, господи, колхоз большая деревня. Что им остается делать? Пускай посмотрят и расслабляем. Ну, если девочки не понимают, ну что мы сделаем? Пускай смотрят или уходите отсюда. Что смотреть тогда? Смотрят, потому что им интересно, они тоже хотят. Да только кишка тонка от своих проблем внутренних. Тянем. Расслабли таз вниз, ведь я расширяю ягодички. Тяну. Немножко-то ягодички включаются слегка. Девчата, и на расслаблении прям в себя погружаемся. Выдохнули, все, уходим вниз живота, внутренним вниманием. Область щитовидки расслабляем, локти мягкие. Еще 2-3 разочка, все, чтобы я включилась, дотянули. И медленно расслабляем. И еще один разочек. Тянем из промежности вход, оно в себя, промежность вход. Входом дотянули, девчата, напряжение. И выдох, все в себя уходим, наполняем теплом, расслабление, чтобы наполнение центра мышц шло, яичники наполняются. И все подтянули шарик вверх, чуть-чуть вход приоткрыли, подтянули, чуть-чуть открыли, подтянули. Оп, входом. И еще разочек. Взяли грузик. И спокойное дыхание. Делаю вдох, мягкий выдох. Подышали. Грузик держим в руках, девчата, или там бедрышками зажали. Руки на матку. Левая вниз, правая сверху. И сейчас постарайтесь дыхание сделать очень медленное, чтобы еще раз наполнение шло, уравновесили себя. Вдох, живот вперед, грудь раскрываем. И от сердца, от груди медленный выдох, плечи вниз, все внутреннее внимание наполняем, направляя в гениталии, в матку, в яичники. Если органов нет, все равно сюда направляем тепло. Вдох и мягкий выдох. Умницы. Ну вот, уже немножко уравновесились. Отлично. Подтянули мышцы в среднем темпе, мягко расслабили. Подтянули область промежности, вход во влагалище, мягко расслабили. Тазовое дно прям расслабьте, девчата, тогда у вас быстро снимутся блоки и усталость уйдет. Усталость, потому что здесь все у вас зажато. Зажато от страхов,
от недоверия, от того, что мужчинами у вас плохие отношения сексуальные, неуверенность в себе, проблемы по-женски. Отлично. Опускаем грузик, еще разочек эту технику мы с вами сделаем, да, девчата, для новеньких особенно, чтобы они вникли в суть до дела. Наклоняемся, можно заниматься без грузиков. Таз в себя. Выдохнули. Делаем вдох, подтягиваем область промежности входа. Анус в себя, промежность вход, тянем, тянем, тянем. Входом дотянули, держим. Выдох, расслабляем поясницу. Уходим внутренним вниманием в себя, тазовое дно расслабляем, бедра расширяем, шар опускается. Вдох, тянем медленно, девчата, кто без грузов, продолжает то же самое, промежность вход. Анус в себя, промежность вход, дотянули, держим напряжение. Выдох, уходим в себя, все, я в процесс ухожу. В себя расширяемся, плечи мягкие, локти мягкие. Поехали, поднимаем. Тянем промежность, вход. Раз, два, три, анус себя, четыре, пять, вход дотянули. Во влагалище, расслабление, поясница. Сердце раскрываем, от сердца отправили расслабление, плечи мягкие, щитовидка расслабляем, гортань расслабляем, чтобы уравновесить гормональную систему в щитовидке. Эмоции, тянем, погружаемся. Еще два раза, подтягиваем мышцы, уходим в себя. Еще разочек, подтянули мышцы вверх, вход во влагалище слегка приоткрыли, короткие движения подтянули, раскрыли, подтянули. И еще разочек. Короткие, мягкие движения, руки на животик, подышали. Все, отпустили тело, ничего не напрягаем. Руки снова на матку, на центр, от пупка на 2-3 сантиметра, сначала левая, сверху правая. И спокойное дыхание. Отпустили тело, ничего не напрягаем, ничего не анализируем, просто дышим. В вашем ритме. Вдох от живота, сердце раскрываем. И мягкий выдох низ живота. Тазовое дно максимально расслабили, чтобы все там снять, блоки все ваши, страхи. Я самая заблокированная часть у всех. Делаем вдох животу, сердце раскрыли. От сердца выдох, прям медленно, девчата, погружаемся в себя, плечи опустили, шею расслабили, бедра, спокойное дыхание. Сейчас в легкость теле пойдет. Еще разочек, делаем вдох животика, медленно, мы немножко живот надуваем, направляем вперед. Грудь поднимаем, раскрываем, мягкое дыхание и мягкое погружение в себя, плечи. Подышали. Умницы. Можно руки опустить, расслабиться. И снова, пожалуйста, все без грузиков подтянули область промежности. Где у вас промежность, знаете? Вход во влагалище, вход в анус. Вот это внешняя мышца промежности, на всякий случай. Ну, а вход влагалища, надеюсь, все знают. Подтянули область промежности, вход во влагалище. Немножко анус снова в себя. И расслабляем поясничку и задницу. Подтягиваем. Расслабляем.
спокойное, мягкое дыхание. Отпустили тело, грудью вдох и выдох. Ну и сейчас мы сделаем еще одно базовое наше любимое упражнение. Будем делать по правой и левой стороне подъемчики. Девчата, здесь что очень важно, девчата мои уже практически все знают, но мои, которые занимаются, вы тоже мои, это я говорю, которые занимаются. Смотрите, мы на выпад вот так не встаем, да, как в фитнесе. Мы стоим на двух ногах, ровненько, да, и чуть-чуть переносим вес на одну сторону, чуть-чуть, практически я стою на двух ногах. Если вы ушли на эту ногу, вы блокируете тазовое дно, связки, и нагрузки на мышцы нет. Нам сейчас, конечно, маточка будет работать в центре, и хорошо будет связочный аппарат работать, и яичники лучше наполняются. Ну, разница небольшая, но тем не менее есть. Переходим на одну сторону, таз в себя. Девчата также немножко ягодички подобрали. Мы сейчас будем в этом делать позиции, да, такой классический. У нас там их несколько, конечно, есть, но сегодня мы сделаем в этом варианте. Расслабили мышцы. На вдохе тяну область промежности, вход во влагалище. Анус немножко в себя, промежность, вход посильнее, чтобы прям паховую зону немножко зацепила, подтянула. Выдох. Расслабляю поясничку, спина округлая, все тепло, внутреннее внимание, растекание, расслабление мышцы сюда и связки. Бедрышки расширяю, плечи мягкие, чтобы надпочечники наполнялись, железы бесстрашия и уверенности. Промежность, вход, анус в себя, промежность, вход. Если кто не понимает, не знает, почитайте в интернете. Выдох. Женщины обязаны это знать. Тянем промежность, вход. Входом тянем, анус себя, входом, входом влагалище. Оп. Все, убивает. В эту сторону направляем. Тепло, мягко. Глаза закрываем, уходим в себя. Тянем. Мышцы, мышцы, мышцы подтягиваем. Если ничего не тянете, сжимайте, значит, неправильно работаете. Нагрузки на матку нет. Наполнение слабенькое. Еще разочек и мягко перешли на другую сторону. Все делаем красиво, пластично, по-женски. Промежность, вход. Анус себя, промежность, вход, паховая зона. Чтобы сейчас яичники наполнились, где там женская энергия, очень женственная энергия, текучая, да, тепло, расширение. Тянем, тянем. Натягиваем. Ходиком влагалище расслабляем, все, уходим в себя, все делаем мягко, да, такие практики очень мягкие, изящные, как тело пластичное, так энергия у вас внутри должна быть пластичной, мягкой, тазовое дно свободное, эластичное, расслабляем, в себя уходим, на вдохе подтягиваем и на выдохе в себя, в себя, в себя. И еще разочек, два разочка. Умницы! Взяли грузик, кто без грузика. Подышали. Почему мы делаем в наклоне? Потому что в наклоне, девчата, амплитуда движения связочного аппарата намного больше. Соответственно, если амплитуда больше, матка, как мышца, работает мощнее. В прямом положении движения очень короткие. Получается, или так я работаю мышцей, да, иду очень долго в процессе, да, сокращения, или я так. Соответственно, и наполнение идет так мощнее. Подышать. Запись, да, конечно, сохраним. Подышать. Делаю вдох, животик вперед, сердце раскрыли. Во время критических дней мы не занимаемся с грузами. Просто сжимать, разжимать можно. Лечимся. Живот вперед, сердце раскрыли. И мягкий выдох. Живот вперед раскрыли.
ляточки, подержали, подышали. Снова, девчата, животик направляем вперед. Мышцы интимные подтянули слегка. Мягко их расслабили, животик расслабили. Плечики вниз, подышали. Глазки закрываем, идем на ощущение, что у вас происходит внутри. Понаблюдайте, после упражнений. Делаем вдох, животик вперед, мышцы интимные подтянули. Расслабили поясничку, подышали. Медитация уходит.
ходим, можно лечь, можно сидеть. Сейчас мы с вами расслабимся, отдохнем и продолжим магическое наполнение нашего сакрального женского центра. В маточке вашей находится вся ваша женственность, сила, свобода, любовь, магнетизм, здоровье. Любите свои гениталии, ухаживайте за ними, не бойтесь их. Я просто мастер, я обязана это показывать всем. Вы не должны это никому показывать. Это мой путь выбранный через тернии к звездам. А вы тихо сами с собой занимайтесь. Руки на живот. А кто? Протест идет. Просто вы не готовы принимать свои гениталии. Вам родители не объяснили этого. Они не дали вам любовь к своим органам. Муж вам не дает любого признания. И сами вы так же, пока не понимаете. Руки на живот. Поэтому не агрессируйте, а любите свой центр. Это же ваши гениталии. И они самые лучшие в этом мире. Потому что вы женщина. Подышали. А если вы не любите, значит вы не женщина. Вы робот какой-то. Левая вниз, правая сверху. Глазки закрываю и погружаемся в процесс. Приятная музыка и расслабление. Ничего не анализируем, я проведу у вас приятные ощущения. И если вы отдадитесь процессу, вы мгновенно наполнитесь, будете чувствовать себя великолепно. А мужчина будет просто сносить от вашей энергии, что хочет каждая женщина. Делаю вдох, живот вперед. Мягкий выдох, расслабьтесь, вдох и мягкий выдох. Прям продышите мягко низ сердца. И на каждом выдохе расслабьте бедра, ягодицы, прям расслабьтесь, протекайте, расслабляйтесь. Расслабьте челюсти, шею, плечи. И постарайтесь на каждом выдохе прям погружаться глубоко в свое тело. Мягкий вдох. И погружаемся в сердце, вниз живота. Замедлите дыхание через матку, через низ. Вдох длинный. Очень длинный вдох. Очень длинный выдох. Бедра вытягиваем, вытягиваем. Длинный вдох. Можно перед сном. Обязательно выдох в себя уходим. Бедра вытягиваем. Сердце мощно раскрыли. Мышцы интимные подтянули. Мышцы расслабляем, сердце мощно раскрываем. Отпустили тело, спокойное дыхание. Своего внутреннее внимание в сердце погрузили, вниз живота, какие ощущения. Умница. Если голова крутится, нормально, отпустите тело. Бедра максимально расслабить, тазовый дно расслабили. Направляем вперед, снова сердечко и маточку раскрываем. Отпустите тело.
тело. От вас прям поток света. Сейчас горячо же тело, горячее, тепло. А выдохом мы погружаемся внутрь себя, в свои эмоции, в свои ощущения сердца, матки. Матка — это второй ваш ум. Там находится ваша сила, интуиция. Пошлите вашим близким в это состояние. В энергии нет ни времени, ни расстояния. Раскройте сердце, нижний центр. И прям пошлите своему мужчине в сердце это тепло. Снизу ему вниз, да, в нижний центр. И также детям. Наши дети обесточены. Дети с таким же комплексом, как и вы. Дайте им эту свободу, наполнение, радость, уверенность. Дети почувствуют больше, сильнее вашу любовь к ним. Вы сами приятно удивитесь после моих практик, как будут реагировать на вас люди. Что эти дни несколько будут просто волшебные дни. Наблюдайте после мастерства и методики Татьяны Кожевниковой. Бесплатно отдаю. Не жалко. Лишь бы на пользу. Наблюдайте, как мужчины будут реагировать, как ваши близкие. Постарайтесь сегодня после практики, сейчас энергии много будет, люди захотят повампирить вас, поэтому немножко побудьте в тишине, меньше с подружками общайтесь, сейчас начнут все вам названивать, вышибать вас, что-то вам говорить, делиться. Побудьте в своем пространстве. Ну, если семья, понятно, дети, семья, вот, немножко побудьте где-то в тишине, чтобы сохранить эту энергию, и она как-то стабилизируется, и вы эту энергию будете чувствовать. Спокойно подышали, глазки открываем, можете практику повторить. Мы сегодня сделали такую базовую практику, которую, в принципе, мы делаем очень часто. Глазки открываем, как настроение? Вопросик. Летит пустота минут. Сейчас перезагрузим.
крутимся. Может, так побудем, что нет. Прощаемся. Да, сначала трудно. Всегда с вами. Мастер. Сердце мое печаль. Татьяна Кожинкова. Ловите мою энергию. Отдаю. Я пробовал просто ждать. Показываю, чтобы вы видели наглядно, как это нужно делать. Пока, перезагружаю, зададите вопрос. Еще 10-15 минут вам уделю внимание, естественно, мои хорошие, любимые. Перезагружаемся, да? Новенькие, зададите вопросы для вас сегодня весь вечер на манеже. Татьяна Кожевникова. Конечно, в эфире. Я шучу.
с юморком маленько. Перезагружаемся.